Погода у нас пасмурная, капает дождик. Смотрите, куда мы сегодня приехали. Мы приехали в это замечательное место, которое называется Амшенский двор. Оно находится у нас по дороге на Красную Поляну, напротив вот этого озера. И на фоне вот таких холмов и гор. В общем, к нам приезжают тут гости. Ребят, я рад вас приветствовать. Сегодня у нас проводится здесь корпоратив новогодний. Приглашенные гости, с которыми вы потом попозже познакомитесь. Вот, поэтому оставайтесь с нами на канале, будет очень много интересного и веселого. Ну и добро пожаловать на наш корпоратив. Так, мероприятие у нас уже заранее было заказано. Вот в этом, так сказать, корабле. Здесь очень много разных, так сказать, вот этих залов. Вот, но мы будем вот отмечать именно здесь. Сейчас скоро все подъедут, будет полон зал наших гостей и деток. Сегодня приедет даже к нам Дед Мороз. В такой вот праздничной обстановке мы будем отмечать сегодня праздник. Очень рад, что мы наконец-то дружной компанией ежегодно отмечаем наш новогодний корпоратив компании Master House. Я немножко воспользуюсь своей подсказкой, потому что хотел бы толкнуть, так сказать, речь. Она очень важная для меня, для нашего руководства, для вас всех в целом. Так как у нас корпоратив, так сказать, именно компании, да, мы немножко затронем именно нашу компанию. Мы очень рады, что с нами сотрудничают не только наши прорабы, ну, наемные рабочие, но еще и наши партнеры, которых я сегодня хотел бы упомянуть. На секундочку, те люди, которые с нами относительно недавно работают, может быть, не знают, как наша компания развивалась, я немножко сейчас приведу цифры. Например, в 2021 году, за 2021 год, у нас было сделано 153 договора на ремонт. В 2022 мы превысили эти показатели, вышли на объем 184. Для меня это было просто, ну, лично для меня и для моего компаньона Алексея, это был прорыв. Честно говоря, мы уже находились на одной такой ступени, самой успешной компании, и видели, как развиваются остальные и так далее. Конечно же, нас не остановить, и мы не стоим на месте, и в этом году для всех, наверное, будет открытие. Мы заключили договоров 303 договора. В 2023 году мы доказали, что можем справиться с еще большими объемами. Тем самым увеличили свою компанию по ремонту. И, соответственно, у нас расширилась в этом году команда. У нас появились новые прорабы. У нас появилась новая руководящая должность Алексея. Мы обновили профессиональный состав многих людей. Усилили еще больше контроль за выполнением ремонта, завоза материала. Ввели новые технологии учета, облегчающие наши работы. Изменилась конструкция самого формата съемок. Вы, наверное, заметили, уже немножко стало по-другому. Наш канал немножко преобразился в этом. Была моя стратегия, что-то должно меняться с каждым годом, чтобы люди это у нас замечали нас. Обновили и дополнили наш рабочий автопарк. В этом году у нас появилось еще две штатные единицы, новые автомобили. Мы их все, естественно, обклеили. Это брендированные машины, чтобы все видели, что наша компания развивается, что мы находимся на этом том или ином комплексе. То есть это очень приятно. И чтобы нас замечали. Хотелось бы отметить совместную работу наших партнеров, которые сейчас находятся здесь. Это, например, монтаж натяжных потолков, которые у нас появились на канале в новом формате, благодаря Денису. Огромное тебе спасибо за прекрасную работу, за видеоформат, за взаимодействие, ну и взаимодействие с нашими клиентами. Я надеюсь, тебе приятно с нами будет работать. Вот, мы уже давно проверили наши, так сказать, партнерские качества. Я очень рад. Установка и монтаж корпусной мебели. Это относится к Павлу. Для наших заказчиков, которые еще ни разу
не проявили недовольства работами компании от Павла. У него собственное производство, на нашем канале скоро выйдет видео о производстве Павла, у которого есть мебельное производство. Мы рассказываем там про станки и так далее, и так далее. Очень будет интересный формат, обязательно его посмотрите. Осуществление разгрузочных и демонтажных работ, за которым у нас следит Виктор. Все вовремя, в любую погоду, чисто, профессионально. Да, очень приятно в таком формате работать. Огромное тебе спасибо за то, что ты влился в нашу команду и тем более сегодня присутствуешь на нашем корпоративе. Хочу отметить нашу команду профессиональных электриков. Это у нас Павел, работы которых контролирует, соответственно, Павел. А также взаимодействие с клиентами по разными вопросами принятия решений. Также у нас Павел снимает с недавнего времени очень хороший контент. Профессионально все объясняет то, чего, например, не могу сделать я, потому что я все знаю это поверхностно. Вот. Очень рад, что, Павел, мы с тобой уже работаем. Недавно снимали видео. Больше практически, ну, 3 года точно мы с тобой работаем. Это здорово. С увеличением большого объема обращений огромная благодарность Анастасии, которая сейчас снимает. Вот, это сердце нашего офиса. Вот, секретарь Master House. Особое внимание хочу заметить с работой по дистанционной работе наших проектировщиков Елену, а также дизайнера Викторию. Девочки, вы умницы, мы гордимся вашей работой, очень приятно с вами работать. Несмотря на увеличение работы по чистовому ремонту, не прошло никаких изменений по работе с клиентами, по доставке чистовых материалов, это Михаил, сантехники. Вот. Особое внимание хотел бы уделить тому, что Михаил работает в сверхурочное время. То есть, если у нас есть определенный режим, в котором мы стараемся успевать, то Михаил взял, несмотря на то, что компания расширяется и практически в 2 раза больше у нас теперь становится каких-то объемных работ, Михаил работу свою выполняет достаточно хорошо, профессионально и к тому же даже поздно вечером приезжает на объект, в 22 часа смотрю видео, присылает и снимает очень качественный контент, естественно, все проверяет. Это очень приятно, Михаил, спасибо тебе за работу. Вот. Ну и, конечно же, особое внимание нашим прорабам, это Александру, который работает у нас по Дагомысу, также снимает качественный контент, все его видят, все его знают. Дальше у нас Алексей, новый прораб, появился с недавнего времени, тоже влился в нашу команду. По маслу прям, молодец, очень требователен. Добро пожаловать в нашу команду, надеюсь ежегодно тебя видеть за нашим столом. Вот. Ну и прорабу Андрею. Тоже огромное тебе спасибо. Четкая, слаженная работа у нас профессионал. Вот, с партнерами, с клиентом, съемка видео и так далее. Я, к сожалению, находиться везде не могу, поэтому всегда рассчитываю на вашу помощь в виде того, что вы снимаете, потому что это очень важно. И важно для наших клиентов, которые ждут наших видео, ждут обратной связи. Потому что, наверное, 98% нашего объема работы – это дистанционная работа, она ответственная. И человек, который может находиться за несколько тысяч километров, он просто надеется на то, что будет видеть формат своего ремонта. И здесь я хочу вас поблагодарить за проявленную работу и взаимодействие. Какие у нас планы на 2024 год? Кратко скажу. Ну, первое, мне хотелось бы и всем, наверное, да, в том числе, удержать наши позиции по количеству ремонтов в первую очередь, потому что добиться одной высоты – это хорошо, но нужно еще на этой планке остаться и не падать ниже. Еще больше хотелось бы усилить контроль за работами. Здесь у нас подключаются и прорабы, и новый руководитель, который будет помогать прорабам, не следить, не наказывать, а именно помогать, который будет вливаться быстрее, чем мы это можем сделать, потому что опыт, естественно, есть. Искать новые форматы развития компании, которые расширят наши услуги. Я не хотел бы сейчас на видео это говорить, но я думаю, что каждый из нас понимает, что оставаться на одном том же уровне глупо, поэтому нужно расширять свои какие-то услуги. Мы над этим будем работать, и вы все будете с нами взаимодействовать. В общем, ребят, всем огромное спасибо за работу, что вы пришли. Я надеюсь, наш корпоратив вам понравится. Добро пожаловать в нашу команду. Вот, и давайте нальем, выпьем
Вот, всем спасибо за внимание. Друзья, рад видеть вас за этим столом. Хотел поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам крепкого здоровья в первую очередь. Благополучия. Вот. Ну и процветание нашей компании, которая обречена на это. Ура! Ура, ура, ура! Хочу пожелать нам творческого процветания, побольше удачных проектов, спокойных, лояльных, понимающих, комфортных заказчиков, чтобы все наше задуманное реализовалось, и все, что мы вот захотели, у нас все получалось выполнить. Были удачные заказчики, удачные квартиры, удачные планировки, удачная электрика, удачные потолки, удачная сантехника. В общем, за успех и процветание компании. Ура! Адекватные заказчики. Это редкость. Уважаемые коллеги и наши зрители, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, с наступающим Рождеством. Хочу пожелать всем исполнения всех намеченных целей в Новом году, чтобы все, что задумалось, сбылось. Также здоровья, счастья, всех благ. Мастер-хаусу отдельно хочу пожелать новых интересных проектов, чтобы все, что задумалось, все сбылось. Вот. Очень приятно с вами работать. Спасибо. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я! И больших, и маленьких, шустрых, да удаленьких. Родилась я в доброй сказке, из снежинок, изо льда, и волшебные салазки привезли меня сюда. Вы меня, надеюсь, ждали? Все Снегурочку узнали? Да! Да? Какие вы сегодня все нарядные, такие красивые. А кого сегодня на нашем празднике не хватает? Деда Мороза! Ну, давайте все вместе, дружно, на 3-4 позовем Дедушку Мороза. 3-4! Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Ох, не слышит нас, девочка! В гор спустился, отдохнуть остановился. Вдруг услышал звонкий смех. Очень рад я видеть всех. Здравствуй, Дедушка Мороз. Здравствуй, Мишенька, здравствуй. Девочки, здравствуйте, мальчики. Ну что, дорогие друзья, а вы к празднику приготовились? Да. Да, приготовились? Ну, смотрите, чтобы дедушка нам вручил подарки, нужно задание дедушки нам выполнить. Да, вы да, готовы да. выполнить задание дедушки? Готовы! Готовы? Не слышу! Вот еще громче давайте! Вот теперь я верю. Сначала нужно показать ёлочку. На ёлках иголки, тонкие иголки. А взрослые почему сидят? Вставайте, 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 вставайте! Сначала девочкам.
Годом! Мне подарок, что перед Новым годом подарил. Вот. И последний твой подарок. Сейчас настал поднять бокалы за грядущий славный год. Пусть он принесет веселье, пусть он счастье принесет. Наполним бокалы янтарным вином. Звоном бокалов хрустали. Друзья, давайте наполним бокалы и выпьем за новый 2024 год. У нас тут детский состав уже наяривают свои подарки, да? Обычные? Что тут? Вкусные подарки? Да. Вкусные? Вкусные? Ты еще не распаковывал, да? Молодец какой. Вот, девчонки, в общем, все уже распаковали. Ребята у нас сказали дома. Но необычные. Раз, два, три. Вкусные. Остыла и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро. Это в городе тепло и сыро. А за городом зима, зима, зима. Миша, да, подойдите к нам. Давайте, давайте, давайте. Не стесняйтесь, давайте попадем. Первому победителю нашего. Вставайте, вставайте, вставайте. Подойдите. Дежимочка, выходите сюда, да. Громче! И сыро! А за городом зима, зима! И все вместе! И у вас от меня, и ваши стрижные мая. Три белый коня, эй, три белый коня! Шикарная женщина, садись ко мне в машину, ты будешь моя вица, хочу тебя любить. Паша. Пока. Не уходите. С Новым годом. Всем доброго дня. Всех присутствующих с праздником. С наступающим Новым годом. Хочу поздравить весь коллектив. Всех причастных. Всех, кто имеет какое-либо отношение к мастер-хаусу. Этот состав набирает свои вагончики все больше и больше. Набирает свои обороты, набирает скорость. И я хочу, чтобы пожелать, чтобы скорость увеличивалась,
вагончиков становилось больше, дорога была ровнее, все друг друга понимали, а взаимопонимание – это одно из самых лучших качеств, и понимание нужно и как внутри коллектива, так и между заказчиками и нами всеми. Поэтому за Новый год, за мастер-хаус, за взаимопонимание и всем добра! Ура! С наступающим Новым годом! Счастья, здоровья, успехов, процветания! И так как я сотрудничаю с компанией Мастер-хаус, отдельно ей огромное спасибо и тоже ей огромного процветания и развития в дальнейшем, в 24-м, и надеюсь на сотрудничество и не только на 24-й год. Ёлочка горит. Ребят, ну что, вот заканчивается уже 24-й год. 23-й. Давай мы перенесемся. Да? Ладно. Ладно, ладно. Суть не в этом. Время летит действительно быстро в Сочи. Да, Елисей? Сколько мы уже вместе работаем с тобой? 3-4 года. Ну вот, так скажем, 4-й или 3-й это год, как мы встречаем вместе, да? Да, Новый год. И, ребят, вот этот стол, компания, она с каждым годом все больше и больше, понимаете, становится. Вот, и все, вот эти, Елисей, ты сегодня называл вот эти наши достижения, да, что у нас там увеличилось там количество ремонтов. Ребят, это вот все благодаря, ну, всем вот нашей компании. Я вот смотрю просто все ребята, вот с кем я работаю, так скажем, каждый день мы видимся, каждый день общаемся. Это все, ну, вот благодаря вот общей команде сплоченной, которая вот сейчас на данный момент есть. И вот она такая есть благодаря, ну, вот нашим ребятам Елисею, Алексею. То есть это правильный подход, правильной налаженной работе, взаимопонимание общего, поддержки друг друга и так далее. У нас вот появились новые ребята, прорабы. Ребята, я считаю, что прораб – это лицо компании. Это прораб отвечает за все, понимаете? Вот, и самое, так скажем, главное, одна из главных оценок – это, во-первых, отзывы наших клиентов о проделанной работе, о ремонтах. А самая, наверное, главная оценка, ребят, в нашей работе, конкретно это касается прорабов, да и всех остальных, это когда клиент обращается к нам повторно с ремонтом, да, рекомендации. Это самое важное. И вот сколько я работаю уже в компании, и только сейчас я начал это ощущать, когда повторный пошел отзыв, понимаете? И это очень важно. И вот, так скажем, в будущем году я желаю вам, ребят, новым, да, которые пришли, побольше вот таких положительных отзывов о проделанной работе. Ну, а компании дальнейшего роста. Короче, ребят, всем с Новым годом. Спасибо. С вами молодец. Приятно работать. Спасибо. Так, ребят, дошло время до конкурсов, которые у нас будут, естественно, проводиться. Поэтому давайте с нами будет что-то интересное. Вдруг шоколад тянуть надо. Смотрите. У нас есть вот такая штука. Назовутся? Ну, пока на модель. Давайте хотя бы 1 и 2. Ну, как всегда. И отмечать. Красавчики. Или ты просто красавчики, а вы кто? Лучшие. Красавчики лучше. Красавчики лучше, все правильно. Записываем, так и запишем. Лучшие красавчики. Да. Лучшие красавчики. Их нету спора. Вот я сегодня Тарантино. Нужно будет проносить вот этот мячик, чтобы он не вывалился в дырке. Так. Сначала сделает одна команда,
потом другая. А условия, это надо поле как второстепенное? Да, натянуть, конечно, его надо, иначе нет. Ну давайте покажем сначала. Да, протестите. Понимаете, что надо происходить, чтобы будет. Ну, во-первых, нужно не вдвоем, а там втроем или вчетвером здесь. Да, потом кладется шар. Потом мы его пытаемся к себе притянуть, например, без потерь, А зачем 5 человек на этот конкурс? Потому что вдвоем не вариант. Кто-то должен ловить его, назад заталкивать или как? Если с первой попытки уже будет понятно, что одни выиграли, другие нет, или наоборот, то уже будет по одной попытке. Останавливаемся, да. Будет по одной попытке. Если не получится, если каждый выиграет с первой попытки, то будем... Будем еще раз тренироваться. Берем. Один этот, да? Команда, не надо. Оттуда туда проходить. Чтобы все, мы тоже хотим видеть. Давайте идемте. Мы как первые, нам с Кощуха. Не будет много, по длинной стороне. По длинной стороне. Мы сейчас, смотрите, ребята. Нам мешают опять эти засланные казачки. Или у нас очень много народу на фронте налетело. Нет, нет. Так будет намного интереснее. Давайте запускаем. Конечно, давайте попробуем. Так. Мы берем. Оп. Ну, это. Все, проиграли. Баланс держи, уровень. Мы поднимаем с тобой. Уровень. Отпускай, Марь. Опа! Все. А что, у нас не получилось. Ну, может быть, три попытки надо. Потолочник знает как. Так, сейчас тихонечко делаем складочку. Народ, делайте складку. Опа! Мы засчитываем, ладно. Мы готовы. Так, все, делайте складку. Поднимай свой угол, чтобы сюда скатило. Отлично, молодцы! Стараемся, давайте вперед. Лена, они должны заехать. Вот это молодцы. Едет, заворачивай! Стоп! Главное не торопиться и не волноваться. Руку не знаю, не берем! Проходит! Половину пройдете. Идет! Пошел! Тихо! Поднимите край свой, ребята! Поднимайте! Дима! Куда-то поехали. Следующий конкурс. Раз, два, три. Маша, отойди, пожалуйста. Что, фарш снимаю? Так, суть-то в чем? Расскажите быстренько. А, бокал. Бокал. Видите? Да. На скорость, но естественно, что скорость влияет на качество. Ну, давайте. Давайте начинать. А, подтянулось, господа. Не пролив, Леш. Лёша! Мам, ты за сына что, не переживаешь, что ли? Да, вот не так тогда. Раз, всё. Там пролито, здесь нет. Да ещё и берёт. Вам очко, вам? Нет. И порвал. Не спеши. Нужно будет угадать.
фильм или эту песню, да, значит, но у меня вот перевернутые строчки. Например. Я поняла. А как нам Давайте я вам покажу вечернюю атмосферу, предновогоднюю этого замечательного места. Немножко выйдем снаружи, посмотрим. Сейчас ребята там делают какие-то конкурсы и так далее. Очень большое мероприятие, очень хотелось бы много вам показать. Постарался здесь много что подрезать, чтобы не такой был длинный ролик. Вот. Каждый раз сюда приезжаю и восхищаюсь вот этим вот классным рестораном «Амшенский двор». Кто наш канал смотрит, тот точно его знает, что это место очень клевое. Поэтому обязательно сюда, ребят, приезжайте. Просто кофейку попить мимо, если едете. Покушать. Здесь очень классная, обалденная кухня. Вот, тем более, если вы едете в сторону Красной Поляны. Также можно выехать на новую трассу. Никаких проблем. И детишкам будет интересно. Здесь есть определенный музей. Здесь такая атмосфера интересная. Видите, да? Все сделано в стиле замка и так далее. Вечером, так вообще посмотрите, какая подсветка, иллюминация, все. По пути, кстати, в сторону не только Красной Поляны, вот как здесь показано, да? Но и на Скайпарк, вот как раз сюда и поворот. В общем, ребят, я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым Годом. Вы увидели нашу команду, вы увидели наших гостей, нашу атмосферу. Большое спасибо вам за то, что вы посмотрели это длинное, достаточно длинное получилось видео до конца. Вот, в следующем году желаю вам всех благ, достижения всех поставленных целей в первую очередь, потому что я всегда ставлю для себя цель и иду к этой цели. В этом, например, году у нас очень удачный день, ой, удачный год был, и мы перевыполнили даже то, что поставили для себя. Я желаю, чтобы у вас, у каждого, несмотря на сложное время в нашей вот стране, в наше сложное время в экономическом плане, чтобы у вас было только хорошее. Вот, поэтому счастья, здоровья, любви. Вот, до новых встреч и с наступающим вас Новым годом. Пока!